Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lyucha.ru. Смотрите, какая у нас сегодня красота. Лето, и у нас такие замечательные пчелки. Прям природа-природа. И здесь у нас идет янтарь. Видите, у нее сделано само тельце из таких пластинок янтаря, да, ровно полосатая. Очень интересная. У каждой индивидуальный свой характер. Каждая за счет вот этих прожилок совершенно разная. Это у нас делает компания Silver. Сережки по весу получается... Господи, не могу найти вес никак. 17 грамм сережки. Замочек английский, очень хорошее открытие. То есть янтарь не тяжелый, поэтому вот такая вот красота. И посмотрите, какое колечко. Просто волшебство. На сотах сидит пчелка. Глазки, видите, тоже сделаны из янтаря. Усики прям проработано все до мельчайших деталей. По кольцам есть размеры 18,5 я мерила. Имейте в виду, что шинка широкая, поэтому колечки немного маломерят. Видите, у этой у нас глазки более насыщенного цвета. 17,5, это про что я говорю, вот 17,5 на 17,5 прям туго на один размер колечко маломерит, да. И следующее колечко у нас размер 19,5, и посмотрите, насколько они все индивидуальные. Вот я даже возьму там, да, янтарь по-разному немножко собран, и мне кажется, это только добавляет как бы такой природной привлекательности, да, как каждая пчела, все равно они индивидуальны. И роскошная совершенно подвесочка, видите, на вот такой вот петельке. Тоже глазки все сделаны из янтаря. Посмотрите, она крупная, в конце у нее даже жало серебряное есть. Просто работа чарующая. Даже вот видите, где крепится сама тельце, очень тоже все архитектурно сделано. Она еще из стали, и прям платье бальное можно надевать. Лапки специально кручу со всех сторон, чтобы вы полюбовались. Так что вот такая красота на лето. Мне кажется, самое то к однотонному какому-нибудь платью придать такой живости. Эксклюзив полный. Всего вам хорошего и ждем вас в нашем магазине.